сегодня делали объемно-пространственную композицию, когда девочка сделала вот эти вот детали, я поняла, что это очень уникальная вещь получилась, которую можно использовать для развития объемно-пространственного мышления. Очень сложно представить, как входят одни детали в другие, когда делаешь рисунок и эти вот сопряжения, врезки. Рисовать на рисунке очень сложно. А если вот таким образом сделать те же цилиндры, призмы, пирамиды четырехгранные, то очень легко объяснять линию сечения и прочее. Прямо гениальная штука. Сегодня такой вот инсайт. Делюсь всем, кто занимается объемно-пространственным обучением детей. Вот такие вот вещи можно делать. Новое задание будет потом.